Банановый пирог. Нам понадобятся для теста 250 граммов муки, 1,5 стакана, 120 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 яичный желток, 80 миллилитров ледяной воды. Для банановой начинки 4 штуки банана, 20 грамм сливочного масла, 1 стакан сахара, молотая корица, цедра лимона. Для бананового пирога можно использовать готовое слоеное тесто. В этом случае процесс приготовления значительно ускоряется. Но пирог с бананами получится намного вкуснее, если приготовить домашнее рубленное тесто. Много времени это не займет. Зато пирог получится на 100% натуральный и экологически чистый. Итак, отмеряем 1,5 стакана муки. Добавляем сахар и щепотку соли. В стакан объемом 250 мл входит 160 грамм муки. 1,5 стакана – это примерно 240-250 грамм. Сливочное масло из холодильника режем на кусочки, соединяем с мукой. Затем сухими кончиками пальцев перетираем муку и масло, чтобы получилась крошка, как на фото. На перетирку идут минут 5, не более. Яичный желток смешиваем с холодной водой, а затем выливаем в мучную крошку. Благодаря желтку тесто получается рассыпчатым. Быстро замешиваем тесто. Формируем из теста колобок. Это слоеное песочное тесто. Долго месить нельзя, ведь масло не должно растаять от тепла рук. Колобок заворачиваем в пленку и прячем в холодильник на полчаса. Тем временем приготовим начинку для нашего бананового пирога. В чистую сковороду кладем кусочек масла, высыпаем стакан сахара. Чтобы карамель получилась более плотной, можно добавить 1 столовую ложку муки. Но это по желанию. Не переставая помешивать, плавим сахар на среднем огне до получения однородной карамели. Следим, чтобы карамель не начала кипеть, иначе появится горчинка. Горячую карамель выливаем в форму, предварительно смазанную маслом. Форму берем цельную, неразъемную, чтобы во время выпечки не вытекал банановый сок. Поверх карамели выкладываем кружочки бананов. Высота кружочков около сантиметра, можно чуть больше. Посыпаем бананы молотой корицей и цедрой 1 небольшого лимона. Достаем из холодильника тесто, раскатываем корж по размеру чуть больше основания формы. Накрываем коржом начинку, края лепешки подгибаем внутрь, чтобы впоследствии получилась корзиночка из теста. Корж накалываем вилкой в нескольких местах. Наш будущий пирог с бананами ставим в хорошо прогретую духовку. Выпекаем 40-45 минут при температуре 180-190 градусов. Если корж румянится слишком быстро, прикройте его куском фольги. Через указанное время вынимаем банановый пирожок из духовки. Даем пирогу немного остыть, чтобы карамель слегка загустела. Накрываем форму плоским блюдом и переворачиваем пирог, чтобы банановая начинка оказалась сверху. Очень вкусный и очень красивый банановый пирог подаем теплым, можно с мороженым или со взбитыми сливками. Идеальный десерт.